У нас самогон. Ждешь, когда. В танках или ж пока щиты КД. Там твоя основная задача диспелить и захиливать метки. Блять, а Джерри он сидит, сука, в целка с кем-то. Ну, блять, заебало. Там вон этого пыщ-пыщ-бах этот отправили на шипы, либо на сову, и не этот. Психа, и не взяли. Это, а есть у кого из сов фурик? Мне на выход, да, давай, его. Алпич может на фурика зайти. И тогда воды в ходе приста. Кинь меня, пока восьмую группу слышишь тогда. У нас гильда набирается. Ну это кто там у вас орел? Хоте, это кто вообще такой? Это я. Кинь прицел, там восьмую группу, кто там у вас зашел. Так видишь? Еще пока никто не плюсует. У нас один на самогон ушел. Это сейчас никто не взял. Куда самогон ушел? Спать. Чего, блядь? Где ты? В армию тело? Готовится. Чего ему в армию готовится? Подними это тело, ебать. Нет, если бы он жил бы со мной, я вообще бы не спал. Пускай в армию готовится, крокодильчика поставил, пускай готовится. Так что, у кого фурик есть? Желательно из магов. Apple Box пойдешь фуриком? Там Apple Box, наверное, может, и как раз это... Миша Киша. Смотри, текучую я дерну. Бля, есть у кого этот хил дроид? Кто может похилить? На трэше? На этом, на Холионе. Ой, не, я постукиваю. Вы еще смеетесь? Вы на фурике зашел. Идите этого, Ваня или кто там танчит? Да, Даня, Ваня, Ваня, отведи, там он стаки им дает. Это, уведи командира. Что далеко? Да, это же X1, там у них по 5 стаков было. Че, никто не может спекнуться в друида? Могу спекнуться, да, но не хилил РС-ку. Нахуй, нам что хилил, ебать, нахуй нам тебе, ебать. Что-то видишь, еще один долг, чтоб дернуть. Не, Вань, погоди, давай я тебя убьем. Забери квартиру, сходи. Все, погнали, Вань. Васап, ты на ком? На ком? Конус. На тебя, я пока отойду на минуту. Что-то у вас там не получается, да? Хуя, когда у тебя маны нет, ебать, я не знаю, что делать, маны нет. Там шпшки есть, кто гим дайте хотя бы. Мой, дай гим заебал. Дайте росши. И дайте, потому что трэш, где их много, там росте маги, много давайте. А как Бибок узнал, что у Фугом сделали ДБ? Слышишь? Ты, наверное, Славик видел. Че, Славик видел, если снимает? Он же все время снимает. Славик, а ты когда этот дрочишь, тоже снимаешь? Молчи, не признаемся.
Ставьте остик хотя бы, там я же сам говорю быстрее. Сразу вас слышно. Раз, два, три. Слышно. Что такое Дискорд? Я так, короче, без РК, походу, пойду. Алло, слышно, ребят? Так, меня пустило, меня слышно? Слышно, слышно, угу. Пустило. И что это сейчас с РК происходит? А выкинуло оно не всех вроде. Да, у меня уже пустило, я думаю, их должно пустить. Наверное, РК мои шутки не выдержал. Все, все, РК уже 26 человек у нас даже. Папа, ты тут? А, васаба нет. Его не пускает. Я вот зашел сейчас в Discord этого Dark Stars. Тут надо как-то нажать, чтобы меня приняли. А уже вот сам здесь. Все. Ну все, командуй. Так, давайте повысим. Самогону никто не хочет уступить место. Давай, я уступлю, я пойду с этими 25-ку. Я тоже буду уступить кому-то, я тоже спать пойду. Давай, Богдан, заходи там на кого хочешь. Ну, заходи с собой. Давай, я тогда перезайду на ШП с собой, бежом. Давай.
Так. Поставьте еще шкаф. Блин, я уже скоро на свайна досвёл, так что давайте уже добьём его как-то, этого босса. Я, если что, до 12 максимум, потому что мне через 5 часов вставать. Я думаю, успеем. Принимай давай. Прогружается. Зашел секунд 20 назад в игру. Все, давайте бафы. Пэтч-то не работает? Так, я отойду на менту. Давайте, Ваня, ты основу поддержишь, я первую копию, Сэдди вторую. Шанон, ты тут? Ты там сказал, что идет что-то минуту. Начинаем. Цирк приехал. Страдание. Болтар не оставляет живых. Болтар не оставляет. В мире хватает героев. Ваня, куда ты повел его? Через центр. Поднимаешь Шанона? Это центр разве? Ну, чуть-чуть левее. Смотри, копии четко.
Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось. Давайте быстрее бегите. Бесмо устала, я тебя кинул. Мы даже не успели понять, что происходит. Он 14 лет. Силы были неравны. Мои братья гибли. Я отлагивал. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага... Дайте бог, по друидам. Кто там еще магия умирал? Атакой руководил кровожадный. По друидам краску кулак быстро. Но боюсь, тут замешано... Кулак друидам. Все, начинаем, Аня. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Слуги, обратите их в пепел! Васап, ты тут? Да, я здесь. Слушай, этот, покуда не начали бить Фалиона, ты не мог бы снять с пижона 2500 ЕП за ЦЛК и накинуть их пули? Потому что я только сейчас допёр, что я третий раз получил ЕП, блядь, на... туда. Зря ты это сказал, нахуй. Ну, по крайней мере, я это только сейчас допёр и признался. Войт, перекинь пока. Слава, сделай, пожалуйста. А то пиздец уже получил бы. Не-не, не надо. Как я смогу? Окей. Так, первая потеть тьма, все остальные свет. Тьмухи танчит пол-литра. Свет третью фазу конус на первой фазе больших. Цель для мелкий трэш. По хилам Хотей умерла и Альпич, хилите тьму, как огурчики Анка, хилите свет. Анка ставит штатем защиты от огня. На третьей фазе не забываешь переставлять под боссом. А чё у нас шаман дала ранее? Поставьте шкаф. Кем ты был, пижон в ЦЛК? О, был Шапе, был Совой и вот сегодня Лохом. У него Лохом? На Лока роль? На Лока сегодня, да. Ты больше не вздумай так вообще говорить про ГП, нахуй. Ты себе хуже делал. Почему? Ну я честно признался, ну только допёр, так что мне сделать? Ну промолчать, что потом хуже было или что? Ты еще знаешь, что запомнил? Нет, по-моему, просто все бы хуй забили, и вот у тебя перефармил ПБ бы охуевший. Знаешь, что еще запомни? Что чё? Если ты шмотки за ГП забираешь на какого-то персонажа, то на него ты получаешь ЕП. Так у меня одинаковые связанные пижон и крюгер, какая разница? Там двойное ЕП. Кот в свету постоянно. Да, но на второй фазе заходишь в тьму, на третьей фазе выходишь. Паладина, мне назначать вас или вы сами разберетесь?
Паладины. Короче, ты неправильно сделал. Ты получил два раза ЕП на Лока, забрал шмотки на Лока с двойным ЕП в третьем рейде, чего не должно было быть, и получил ЕП на Приста. Понимаешь, что ты неправильно сделал, дохуя? Нет, не понял. Блядь. Блэк зомби, конечно, в свету, блядь. Нахер АДК во тьме? Заливать, раскидывать болячки, лужи под него лить. Кто слава, короче, объяснишь? Кто Каспа? Блядь, я прожался, пиздец. Ничего страшного. Кто, блин, бафал каски? Можете ответить мне, паладин? Вообще ни кулака, ни хуйка, охуенные ретрики, рыбы тоже не стоят. Ты всем просто разбафаешь. Кто из паладинов ничего не бафал, раскидайте каски. Быстро только давайте. Вары перед заходом во тьму кричите обязательно на ХП. Ставьте рыбу. Так, по инрам. Бист мод. Всегда, всегда заливай шанка ману. Мишка, кишка и Apple Box на второй фазе умерли, на третьей фазе Анка. Войд диспелишь третью фазу свет. Альпич и все остальное. Что не хватает самогон? Рыбы. Кстати, да. Бля, я не помню, я на дрейде вообще получал, ЕП не получал. Кто-нибудь может глянуть? Есть рыба? Кидай пеньку. Ешьте рыбу. Давай это по боксу напишу, что пусть по дисплею, блядь, куда можете, хочу хотя бы разок. Да ты дисплей. Самогон почитай личный чат. Ну, я тебе пишу, типа, порчи и другую хуйню, повиновение. И ты нет, о чём? Реликвии, или как они там называются? Да нахуя их менять? Ну, что проколы там 200 силы от одной, и потом менять на другую. Не, она так, она ну, ты и снимаешь, и у тебя сразу баф спадает. А, понял. Баня, варенька тут. Заходи, да, заходи, всем, начинай. Подожди, Бар Алексеевич, зайдите на. Войд, на тебе звезда поставишь. Мишка, кишка. Миша, киша. Я добиваю голема. Перебежали. Да, добиваешь. Четвертая пати. Собрал твоих. Хаты подними его фаермага. У меня пока КД. Откуда у тебя КД? А я на эти... Сколько еще? На копии. 20 секунд. Ну, поднимешь, как откатится. Умерла. Перебежали. Поднимаю мага. Как может стоить? Дайте баф по магам, переводите босса 2%. Давайте быстрее. Поле метка. Ну, падаем. Падаем. Ну ты, а вот теперь посмотри, кто там трэш бил, пожалуйста. Они её сейчас... Да ебать, ретрики раздамажились, просто пиздец. Его и не били, если честно. Не, кто... Кто вместо босса трэш хуярил? Да его там и не били. Потому что... Всё, всё. Потому что нужен третий фурик. Там ДПС,
6, 7, 8. Полрейда менять надо. Да, согласен. Оксана. Бестмод, блядь. Который 6К ГС или 5,9 там. Оксана, что это за ДПС 6К? Маковей 7К. Вы там кнопки нажимаете вообще? А ты посмотри, чародейский взрыв. Это, наверное. Вам что, педальку, блядь? Это нахуй. Скинуть. Я так уж хотел побить. Бля, хули тут вообще ретриком дамажить? Лужу кинул, это топ-1 нахуй. Ну ДПС слабо, надо менять, хули. С тем ретриков апнут. Следующий обновок. Да, я уже прочитал. О, ништяк. Если я на сурке... Ой, блядь, на ребре давал 21к, нахуй, когда шпам прокал, сколько я буду теперь давать? Чё там, желающих нету? Там Халёна... Я набил на 100 тысяч меньше, чем это. А, всё нормально. Оксана, что тут у тебя за чародейский взрыв в аккаунте? А это, видимо, тот последний талант. Это она, наверное... Уйдешь. Я даже не помню, что она. Нет, она просто Fire Аркан. Да, масса, потому что вот... Не используй его вообще. Ну, не то чтобы, ну, БВРСки вообще нельзя тебе АОЕ бить, но вообще в файре не используй эту способность. Я, короче, помню, как-то в дистанциях мы взяли сову новенькую в рейд, и она, короче, на леди грозой хуярила трэш, ебать, я смеялся. Тут маги не бьют мелкий трэш вообще. Твой приоритет большой. Халион, если большой уже убитый и живой еще жив много, можешь подбить его, но он столбом огненным, но никак не через диским взрывом. Можешь бомбу кинуть в них вообще. Да лучше, лучше. Бей Халиона лучше в это время. Ты не забывал во время перебежки обновлять бомбу. Чтоб на тебя мелкий не сварился. Куда у нас рейдер подевался? Я перезахожу. Тут. Козырь, давай на стол голд в руки. Кулак, дайте по руке. Лут поменяйте. Егор, ну, обновить не забудьте. Дай ролл, козырь. Дали кулак, Ли? Все, Ваня, начинай. Мы не играли, короче. Бой, дал ассиста, если что. Метку поставишь. Прибежали. Бежали. Волшебно. Ваня, заходи, рейд ждите. Зашли ли? Войт, поговори там.
где? Хильте танка. Танка хильте шамана. Ну как зайдешь сейчас? Заходите по тьму. Ближе к морде сейчас. Сейчас будет портал, не залейте. Трепещите, ничтожные, перед посланником Смертокрыла. Через пару секунд рост давай. Давай рост танка. Бежали. Во тьме раздали. Блять. Забери. Заберу. Отведи, отведи, отведи. Танка метка. Бейте все мелких. Перебежали. Ой-ой-ой. Смещаемся. Ой-ой-ой, блин. Танка, танка, танка. Еще таких героев. Что, упали? Не тормозите с метками. Выносите вовремя их. Еще таких героев. Падайте. Все? Че, падаем? Это сейчас шаман вынес, и в него кинулся этот метеор, да? Или кто-то другой еще? Нет, я вынесла метку, и на меня упал метеор, ну точнее полетел. Небеса в огне. Ну я и говорю, шаман. Надо быстрее выносить, ты должна возвращаться. Ты как? Подожди, на меня кинулась метка, я сразу побежала выносить. Я ее вынесла из дисплея, все. И побежала обратно метка в рейд. Метка кидается за 10 секунд до падения, до каста метеора. То есть 10 секунд можно успеть выбежать до стены и обратно. Я там не смотрел, конечно, что было. Но теоретически там все метки успеваются выноситься и возвращаться в рейд до метеора. Че у меня живое адское пламя 700? Пуля не оставалась. Угу. Почему пуля у тебя 270? Ты только на третьей базе бил, что ли? 270. А, блять, вообще 27 живое пламя. Ебать, ты охуел? Или чё? 27. Напоминаю. РДД бьют на третьей фазе только больших. Пуля. Как у тебя дела? А в живой огонь 500 000, нахуй ты его бьёшь?
Сначала большой. Так погодите, так сказали, что четвертая пати бьет больших, нет? Ёбаный стыд, на третьей фазе все РДД бьют больших, сука. Блять, это после первой фазы только. Первая фаза закончилась, все заходят во тьму, кроме четвертой пати, они остаются добивать больших. На третьей фазе все РДД всегда, абсолютно всегда в РС на третьей фазе все, еще раз подчеркиваю, все РДД бьют только больших. Да я понимаю, но там только маленький трэш вышел, начал перерастать и его добивал со всеми вместе. Поэтому ну, теперь большого нуль урона. Че ты оправдываешься? Просто каждый рейд одно и то же, повторяю, 10 раз. Еще скажи, что мы из-за меня сейчас опали. Тем же людям. Блять, просто Алексеевич жить. То же самое, блять. Алексеевич, у тебя нормально с РК, ты слышишь нас? Сначала большого бьешь. Напулил 3 секунды, твой напул идет. Бьешь большого, блять. Умер большой, бьете, что хотите, блять. Ну, Оксана моя. Ну что хочешь, я мелкий. Фаермаг, блядь, 7000 в большого. 54 в маленьких, а. Че это за хуйня? Все готовы? Зайдите за линию. Начинай, Ваня. Apple Box метка. Перебежали. Класс, класс. Пиздец. Падаем. Хочу толпоёбы, как можно было парня сдохнуть? Да, там короче, хвостом еще да, нас ударило, как это они начали убегать и... Ну тут и лужа такая. Она, короче, она разлилась сначала типа в одну сторону, а потом она еще начала в другую сторону перерастать, мы начали от этой лужи убегать, и хвостом Харион ударился. Ударил, короче, и там, где он ударил, лужа начала появляться. Большие долго сливались сейчас. Как у Фаермага 7000 было больших. Он что, на третьей фазе не был? Он что, во тьме играет? Нет, просто Халёна бьёт. Фаермаг, блядь, ты слышишь меня, Дарка? Вылетал. Дайте руку еще. Давай со следующего трая ГП, блять, если такая же хуйня будет по 7000. Давай. Вы если готовы, заходите за линию сразу, не стойте там. Шадурморн. Начинай, Вань. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Руник, когда смотрите за своим агро? Да и без него можно. Волшебно. Перебежали. Танка.
забери там с этого, с чмана. Миша. Перебежали. Жаврей. В идеале. А меня могут убьют. Забери схоты. Ваня, заходи, крик на хп дали. Рейд зашли. Походу движение лезвия сейчас идем. Метка. Это шарик. Сюда. Ману заливать будете там? Че, Эрдру, по ману садишься? Не в портал. Конечно. Красава. Давай, рост. Варенька есть и слип? Да, есть. Кидай. Перебежали. Али, рост во тьме. Ну, шаман умер, нету рост во тьме. А. Тут ласа бедокал нажал. Теперь у нас бедокал умер. Алексеич, ты знаешь, что тебе делают здесь? Да. Че ты умираешь тогда? Небеса в огне. Сколько еще таких героев? 23 тысячи. Алексеич, ты в РК? Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Слышишь, ты в РК, скажи что-то. Да он сказал уже. Я слышал, да. Ты здесь? Сейчас я готов. Да, тут. Он мерлак умер. Расскажи, как ты на пол даешь. Блядь, и тут мелкие даю напало на пол и все. Что и значит все? Ты даешь на пол. Ну как ты умираешь от мелкого, если ты на пол даешь? Я даю на пул, даю градстрел, все, мелкий, я иду на пау. Ты как умер, мелкий. Дальше, но это бить большой. Эх, блин. Ну я смотрю, 23 тысячи. Там, походу, лезвие сбежало, члесвие отогнали, так и не понял, лезвие меня точно убило. У тебя так прошибает, конечно, нехило. Ты, блин, раз пять на соплях там висел. Мне пришлось тебя хилить. Ну. Это тоже хилит, умножение, восстановление, должно быть... Так я тебе пока докидаю его.
Я тебе и быстрым... Ой, по гравистым сценам тебе постоянно хилю. Что-то морд за чё? Алексей, ты на кого получаешь? Да пофиг, на кого, на кого-нибудь. Что-то на Shadow Mordor чё, слышишь, Фаса? Ну от мелкого умер. Ну, ты на кого ЕП будешь получать, Алексеич? На мага. Ник. Он в мелких 28 тысяч, да, знаю. Кор. Ну, блядь, мне что, каждому магу объяснять, как не умирать от мелких, что ли? Тоже постоянно, из рейда в рейд говорим это. Бомбы сами обновляйте, когда перебегаете с одной стороны в другую сторону. Если вы видите, что бомба взрывается в момент, когда мелкие идут, обновите ее. Не дайте ей взорваться просто. Что в этом сложного? Скажи ник мага своего, Алексеич. Я написал волчан. Это вот, глянь еще. Понял. Пока я за ХТ получал ЕП на СРСК, я блядь, не помню, как блядь. Как я тебе гляну, вот как? Я на других персах был, как я сейчас тебе гляну? Ты что с меня хочешь? Это в журнале что ли ответ? Ну не может оно на этом персе быть, если я тем персом не был. Но на других персах я был. Ты с этого, с друида, посмотри в журнале своего. Ты на кого получаешь, но ну, кем онлайн тогда был? А хотя ты мог с другого накидывать. А рыба была, вижу. Короче, не знаю, наверное, обнулять надо рекаунт на третьей фазе, блядь, и смотреть. Оксана. Нормально, молодец. Вот сказали человеку, человек делает. Почему вы не можете так же? Алексеевич, 3 секунды на пул дал, град стрел 1. И бьешь большого. 27 тысяч это зашли. Стойте, каски нету. Дайте по локу каску. Все мне сказали, я не получал ЕП. Спасибо, Лень. Дали каску? Да. Подожди, это 10. Подожди. 8, 7, 6. Ну, позже начнешь. Начинай, Ваня. Путь от половины ХП. О. Повезло, что тебе не шутка. Сейчас Буваром без раги стоит, кайф. Поворачивай на рейд. Рейд заходит с той точки, откуда начинали. Со звезды смотрите, Ваня, заходи. Уходите, если посмеете. Рейд зашли. Блять, вот когда заходишь во тьму после танка, или он так дергается, как будто рыгает. Как Джерри он на сурке. Заходите в восьму.
ходу движения. Ваня, есть или... Да, есть. Можешь кинуть. Ты вообще кому-то кидаешь? Нет. Я понял. Сейчас идем. Кто там с меткой будет, зомби? Блять. Не стоит так долго. Поворачивай, смещайтесь. Пилбокс, подними его. Могли маленькие. Добивайте все маленькие. Бесмот, подними Мишу. Перебежали. Бесмот, поднимай давай. Давай. Опа, опа. Малышка, беги! Отводи далеко. Падаем. А как он так убил? Я под лапами пробегал. Как он так дыхнул? Ну ты подбегай ровно по центру. Ты не под мордой. По-моему, это какой-то баг, я не знаю. Ну бред. Понятно, да. Там нужно пробегать по центру, либо ближе к хвосту. Если ты чуть ближе к морде пробегаешь, то можешь сдохнуть. Первый раз видишь, что он дышит, то лучше пробежать чуть-чуть хвостом. Тоже каждый КД у нас постоянно сдохнет так. Не-не-не, у меня реально первый раз так сдох вообще, ну как бы, чтобы так вообще запомнилось мне. Ну прям вообще, вообще, прям вообще, прям вообще. Прям вообще, вообще. Надо мне как-то рейнфрейм, рейнфрейм что ли поправить. На Мишку тыкнуть не мог. Заметил, его сап сейчас быстрее сливается большой, да? Ну какая разница, если люди дохнут? Дома кидайте. Еще не хватает. Интеллекта маловато. Самогон, бестмод. У нас травы вот эти, чтобы
Самое главное. Да я тут, я просто дракон. Просто руку обкончал, неудобно нажать мышкой. Волшебно. Перебежали. Куда его? Ты зашли. Растут. Кот с ними идешь. Че, сдохли? Apple Box подними. КД. Во. Заходите во тьму. Че вы там делаете? Что вы делаете в моем РСе? Там мах упал, короче, в лужи. Походу, блядь, тьмы. Вы хотите падать? Бесмот, у тебя КД? БР. Да. 4 минуты. Можешь развернуть и умереть. Минус один уже. Еще один, точнее. Падать. Хотя подожди, не. Бейте. Смотрите, сами подстраивайтесь. Это было возможно. Миша, поднимешь фермага. Как выйдем. Он под мордой будет. Ну теперь падаем. Теперь падаем. Точно падаем. Кто там? Александр Ферма. Смогу еще. Да блять, ты сказал, короче, поворачивайте, я смотрю на меня, да нет, кидается. КП, и... все. И я, да блять, хочешь начисляй, мне похуй. Как будто ты меня напугал этим ГП, мне вообще до пизды. Просто смысл заключается в том, блядь, падайте, не падайте. Я стою, блядь, растерялся нахуй, не знаю, что делать. Так, а что там с самогоном было? А? Я да на это, шутка, ну ты говоришь, нормально. Типа, разворачивайся, да, рейд падаем. И я что-то, ну, метку не стал выносить. А потом ты такой говоришь, не, хотя давайте будем убивать, а я что-то, блядь, уже вижу нахуй, что на мне метка. И начал ее выносить, короче, и сдох из-за этого, потому что не успел вынести. И положил у нас вот с ней метку своей. Нет, это не я вас положил, я вынес нормальную метку вообще-то. Я никого не положил. Я никого не положил, я вынес метку к краю, так что не пизди. Ну скажите, там Альпич по своей вине или по чьей-то чужой умер? Ну явно не по моей. Я не видел, как он. Потому что я добежал до края, с меня диспелли, и только тогда я вернулся. Почему он сам скажет? Как он умер там?
Когда упали уже два тела, и лужа разлилась, наверное. Да, под меня самогон лужу разлил, это большая она была. Пока он пробегал, я в лужу сдох. Ну, значит, не надо ему ГП. Чё он варом этим бомжом? Ну ты, блядь, мизантроп нашел, нах, кем плюсануть.